Сервис здоровья онлайн запущен в Подмосковье. Он позволяет своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживает здоровый образ жизни. С помощью сервиса можно вести дневник здоровья, получать анализы внесенных показателей и персональные рекомендации по питанию, активности и необходимости визита к врачу, а также читать полезную для себя информацию. К личному кабинету можно подключить родных и близких, чтобы следить за их состоянием здоровья. Это особенно удобно, когда родня не рядом.